Ну что ж, друзья, я хочу сегодня вновь вас порадовать конкурсом. Давайте так, если на этом видео набирается 150 комментариев с тем, как вы кидаете свой киви-кошелек, я прямо сейчас провожу трансляцию в своей группе ВКонтакте, где отдаю 150 рублей. Вот так вот попробуем сделать, то есть одному из 150 комментов прямо сейчас прилетит 150 рублей на киви-кошелек. Важно просто оставить номер кошелька и ждать приз. Получается всего лишь 150 комментариев. Мне кажется, у нас получится. Это даже больше, чем промик, так что дерзайте. Всех приветствую на своем канале, дамы и господа, у микрофона, как всегда, я Бог, и мы на сайтике MyCSGO. У нас 4215 рублей на балансе, и я сюда пришел с новеньким промокодиком. Промокод называется Солнце, дает он вам 30%, и, ребят, вот в столь тяжелое время хотел бы всем вам пожелать лучики тепла, лучики солнца, и чтобы вот после того, как все это прошло, мы с вами все вместе в теплую погоду вышли, искупались где-нибудь в море, или покатались на велосипедах, потому что очень многие люди во время пандемии сходят с ума, и я бы хотел тем, кто сейчас смотрит мой канал, и кто думает пойти гулять, реально, подождите, я думаю, совсем чуть-чуть осталось, и скоро мы уже официально сможем выходить на улицу и как прежде радоваться жизни. Ну а сегодня мы поговорим о новых актуальных кейсах на MyCSGO, которые я еще не открывал, и, конечно же, попытаемся забрать самый сочный и самый интересный дроп. Если ты еще не поставил лайк и не подписался на канал, обязательно это сделай, потому что теперь в начале видео я разыгрываю бабки, так сказать, кэшбэк, то, что вы смотрите мой ролик, получаете профит, и за лучший комментарий, ну, в общем-то, вы вначале все видели, и, типа, повторять, я думаю, не имеет смысла. Давайте начнем с самого дорогого, и уже посмотрим, как пойдет. Поехали. Сразу три кейса я открываю, и, в принципе, здесь дропчик мне нравится, ничего супер дорогого здесь нету, но, я думаю, тем не менее, будет падать достаточно хороший дроп, который будет окупать наш баланс, и вот уже с первой попыточки я выпал Азимов. Она, по-любому, стоит дороже, ну да, все, мы, считай, уже кейс отбили. Пробуем еще раз открыть. Не знаю, ребят, как пойдет. 35% скидка от MyCSGO. Окей, спасибо. Тоже такие бонусы есть, если вы на сайте впервые. Так, и выпадает в итоге у нас Bloodsport MP7. Она, кстати, стоит, по-моему, дешевле кейса или, ну, чуть-чуть дешевле. Попробуем еще раз. Так, окупили. Ой-о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 й. А это уже сильно, это уже сильно. Еще два раза. Так, и последний. Вот это хорошо. Ну, вот так можно еще. Смотри, у нас есть перчатки. Новый кейс. Офигеть, как окупает. Я даже не думал, что мы настолько быстро и стремительно уйдем в этот плюс. И уйдем ли мы вообще. Но вот, по идее, хорошо было бы забрать эти перчатки конвой, чтобы, ну, бегать с ними. У меня как раз нет перчи. И, типа, было бы круто побегать с перчатками конвой. Как вы думаете, друзья? Ну, что-то этот кейс полторы. 1900 нормалды. 1700 нормалды. И давайте по-медленному открывать. Вот так вот. Ну, фастом, но по одному разу. Вот так вот. Не знаю, посмотрим, что здесь выйдет вообще. Что, ну, пока что как-то... Как-то грустненько, грустненько. Тот кейс мне нравился побольше, побольше. Так, окупы пошли. Опять минусы, опять минусы. Ну, что-то... Вот этот кейс меня не особо порадовал. Давай сделаем вот такой контракт, не супер дорогой, но в принципе тоже не, ну, 1100 рублей плюсом, окей. Есть перчатки, не хотелось бы их, ребят, продавать, еще раз повторяю, потому что, ну, блин, потому что 7000 рублей и сразу в плюсы уйти, это было бы прям отлично. Да и баланс у нас вроде нормально держится, 3800 на балике. Можем позволить себе, в принципе, дорогие кейсы какие-нибудь любые открыть. Например, Team Spirit кейс. 5 раз его откроем. Вообще хотелось бы, конечно, дойти до перчаточного кейса сегодня. Ну, продали бы, конечно, те перчатки, чтобы сделать контент. Но не знаю, получится у нас это сделать или нет. Выпадает 3 Dragonfire, и, по-моему, это плюсы. 3800. Ну, небольшой плюс. Откроем еще 3... Так, подожди, еще 5 раз. И теперь по одному попробуем. Раз, два. Ну, по одному сейчас, конечно, этот кейс не выдаст. Да? Так. Подожди, зря гоню, наверное. Слушайте, ну... Ага, может быть, все-таки тайная, потому что парню с тайного неплохо сейчас вальнуло. И я думаю, сейчас еще и мясника наваливает, нифига себе. Ну, такое. Единственное, что Орион может стоить дорого, и он не стоит дорого, к сожалению. Давай еще раз попробуем. Отан Азимов. Так, Диглосик, Авик. 1200, мне это нравится, мне это нравится. 2400, ой-ой-ой. Team Spirit, что творишь, брат? Подожди, а мы не можем открыть, можем вот так вот сделать? Блин, и 1300 получить, это вообще какой-то ужас. Давай еще раз. И еще говна схватили. Может быть так. Че, все-таки уходить с этого кейса? Мы, наверное, сейчас в минус уйдем огромный. Да? Блин, да. Было 10 тысяч. И так просрать. Ладно, 1000. Еще. Сейчас не окупит, да? 1000. 600. Нифига себе не окупит. Ребята, кейс-то не очень неплохой кейс. 3000 почти сделали. Давай сейчас до двушечки его пооткрываем, так скажем. Все. И уйдем уже, наверное, в случайное тайное. Или в Илон Маска. Мне кажется, он может что-то дать. 300. 300. Понятно, понятно. Так, ладно, не будем расстраиваться. Давайте все-таки попробуем, ну, наверное, открыть вот этот кейс за 284 рубля. Ой, хорошо.
Хорошо. Пойдет. Ну, говна, говна. Поели, поели, ребят. 150. 50. Ну, что ты? Ну, надо было сразу уходить, да, и все. Не, как ни крути, походу, чтобы ролик получился долгим, интересным, насыщенным, нам придется продать те перчатки. Ну, иначе ролик опять закончится скучно. Ну, типа, зато перчатки заберем. Не-не-не, я все-таки такой человек, который делает контент. И да, ребят, у меня открыт вывод, мне не выдают баланс. Я сам могу вывести эти бабки. Просто хочу сделать для вас интересный видос. Ну вот, не знаю, как вам объяснить, перчатки 17 тысяч стоят, это же такая жопа. В итоге я решаюсь на этот сайт, на этот шаг, точнее, и я надеюсь, что он будет оправданный. Wildfire выпал авик, я думаю, он стоит больших денег. Сколько ты стоишь? 3800, отлично, отличный куш. Десятку поймали, десятку схватили, раз. Давай, тихо-тихо-тихо, вот сейчас потихонечку нужно уже себе готовить подушку безопасности. Вывод может какой-нибудь. Давайте оставлять скины, которые нам нравятся, и будем сейчас пробовать окупаться. Между прочим, даже хамелеон в тайном сейчас стоит 900 рублей. Я не знаю почему, но это явно очень хорошо для нас. Потому что кейс он окупает, даже ФАМАС, и смотри, ну неплохо. Так, ну что, надо 10 открывать, поехали. Ребят, поставьте лайк, если вы еще этого не сделали. Я продал перчатки чисто ради вас, чтобы вы участвовали в конкурсах, чтобы вы смотрели видосы, чтобы было просто интересней. Так, ну что-то явно хорошее выпало, наверное, да? 8900. Что мы можем отсеять? У нас есть смертоносные кошечки за 4500 рублей. Остальное, в принципе, тут по мелочи. Ну, вот они в основном и окупили, да? Нормально, хорошо. 5000 есть, можно и поесть. Еще 5 раз. Плохо. Это вот сейчас было плохо. Еще 4. Фигово. 1300, отлично. И давай еще 5 раз. Блин, я не знаю, как пойдет дела, но, в принципе, сумму перчаток мы с вами отбили. И в итоге ничего, опять ничего. Нам нужно дойти до перчаточного кейса, но, наверное, это будет крайне тяжело. Сейчас посмотрим, как пойдет дела. 3900, ага. Блин, ну надо это все продать. Как ни крути, у нас есть 10 тысяч рублей. И вот этот кейс, если открыть. 7500. 7200. Пожалуйста, еще одни перчатки. 7500. 6600. Еще, пожалуйста. Творим историю, ребят, 6200, не окупает кейс, зараза, 6300, да пожалуйста, ну что-нибудь, ну блин, это пипец, ты давал перчатки, все, теперь жрешь, 300, отлично, блин, ребят, ну это жопа какая-то, ну не надо сливать, пожалуйста, все, пипец, говно, о май гад, о май гад. Блин, я не знаю, зачем я пошел сюда, в этот кейс, сейчас еще и контракт, ну бах, типа. Ну, смотрите, у нас есть такая тема, мы можем забрать эти два скина и, по идее, остаться в нуле. Могли забрать перчи, но 0, сами знаете, это тоже хорошо. Это не минус. Авик вот такой есть еще. Можем даже авик на конкурс забрать. И, в принципе, да, давайте так и сделаем. Даже в плюсах небольших будем. И чтобы я дальше не просрал баланс, но мне кажется, стоит останавливаться. Потому что сейчас это до добра нифига не доведет. 112. Ну и вот за 150 рублей ровно можем холли-кейс открыть. Все. Вот такой получился видос, дамы и господа. Все выводы я вам покажу. То есть вот сейчас я нажму при вас это все вывести. И в принципе вы все можете увидеть по ссылке в описании. Там есть мой Steam профиль. Участвуйте в моем конкурсе. Еще раз говорю, баланс никто не выдает. Скины вывожу. Чекайте мой профиль и следите за видосами. Так что большое спасибо за просмотр. У микрофона был Бог. Промокодик для вас юзайте, потому что мало ли на следующий видос могу и не получить его у техподдержки. А, надо профиль открыть, точно. Поэтому все, друзья. Пока-пока.